Роза Юсупова и еще несколько женщин села Аксу владеют старинным методом. Семена моркови набирают в рот, потом выдыхают на землю. Семечко к семечку, так что потом нет необходимости прореживать ростки. Что очень важно, поскольку каждое хозяйство высаживает до 15 грядок по 30 метров в длину. Почти 20 лет сею морковь ртом. Нас несколько женщин, так бригадой и уходим друг к другу. Если земля рыхлая, семена ложатся ровно. Но я всегда переживаю, взойдут или нет. Еще нужно правильно подготовить семена к посеву, что тоже проверяется на вкус. За сутки до посева семена нужно замочить. Передержишь, прокиснут и будут горчить. Как говорят жители села, они не получают большой прибыли, однако из года в год продолжают сеять морковь, придерживаясь дедовских традиций. Кишер – морковь – это неофициальное название села. И сразу понятно, что речь идет об Аксу. Алсу Ахмедянова, Рустем Ахмадуллин, Сирин Хасанов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».